Мэрия Новотроицка приняла решение на месте нынешнего здания канализационно-насосной станции номер 2, где 25 января в результате ЧС произошло обрушение двухстенной кровли, построить выше нулевой отметки совершенно новый объект. Помещение ниже нулевой отметки, где находится все необходимое для функционирования оборудования, практически не пострадало. В настоящее время, напомним, определена организация, которая проведет обследование аварийных участков здания, разработает документацию на временное восстановление ограждающих конструкций и конструкций, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности объекта, а также выполнит все необходимые ремонтные работы. Общая стоимость контракта составляет 12 миллионов 600 тысяч рублей. Возвести новую фекальную насосную планируют уже в этом году, поэтому одновременно с временными восстановительными работами на электронной площадке для торгов появилось публичное предложение на изготовление проектно-сметной документации на строительство. За проектно-сметную документацию мэрия готова заплатить 9 миллионов 677 тысяч рублей. Ликвидация всех последствий, произошедших, параллельно будем делать проект. В планах построить абсолютно новую фекальную насосную в городе Новотроицке, модернизировать ее и сделать как можно больше, чтобы было автоматизации. То есть на этом же месте будет или в другом? Насосная будет находиться на этом же месте, но уже модернизированная, с пультом управления, выведенным в операторскую. Напомним, ЧС произошло 25 января. По предварительной информации, во время проведения ремонтных работ подрядной организации в здании насосной станции номер 2 произошел хлопок, в результате чего произошло обрушение двух стен и кровли здания. На момент трагедии в здании находились 12 человек, два из которых погибли, трое госпитализированы. Из-под завалов здания были извлечены 7 человек. Им медпомощь не потребовалась.